Серьезно? PlayStation 4 Pro. Я типа могу ее сейчас разыграть. Среди тех, кто напишет. Участница наша. Где точно есть телефон? Серьезно? iMac. Ты гонишь. Ну не 80, но 53 980. Привет, друзья, с вами Пушер. И в прошлом ролике я обещал вам снять очень крутое видео, если вы наберете 50 тысяч лайков. Вы не набрали 50 тысяч лайков, поэтому сегодняшнее видео чисто так, для трендов. На самом деле, рубрика достаточно прикольная, она вам всем очень сильно нравится. Называется «Я куплю тебе все». И конкретно в этом видео я ребятам куплю все, что они смогут увести вот в этой вот тележке. Да, идея гениальная. В общем, ребята, не спрашивайте, как такой бред пришел ко мне в голову. Лучше посмотрите на наших участников. Давайте вы представитесь, как тебя зовут? Влад. Влад. Круто. А тебя? Канал Герасев через букву Ё. Ссылка в описании. Ну тебя никто не знает. Тебя как зовут? Настя. Настя, между прочим, моя подписчица, я ее нашел в своем инстаграме. Точнее, она меня нашла. Я всегда выбираю участников среди своих подписчиков инстаграма. Но еще очень важное условие — быть подписанным на канал. Так что, если ты вдруг еще не подписался на мой инстаграм, то сделай это прямо сейчас по ссылке в описании. Ну и, естественно, вы просто обязаны подписаться на канал. Так что, ребята, если ваша красная кнопка до сих пор горит красным, это не очень хорошо. Пожалуйста, исправьте ситуацию, будет хорошо и вам, и мне, а особенно вам. Все, ребята, берите тележку. Я первый? Нет, но это не значит, что ты первый, ты просто взял тележку. Сейчас сыграйте в камень-ножницы и решим, кто будет первый, а кто последний. Все, отлично, значит, ты вторая и ты последняя. Я последний. В общем, я уже подготовил список магазинов в рулетке, который у меня на телефоне. Ты же знаешь, что я люблю крутить рулетки. Я помню, как я серстриминг кушал. Да, да, да. Я рулетка. Сейчас я достану мобилу. У нас есть несколько магазинов. Это магазин одежды, продуктовый гипермаркет, магазин техники, ювелирный магазин и спортивный магазин. Прикинь, если кому-то попадется ювелирный магазин, там же можно вынести на 3 миллиона. 3 миллиона. Ребята, как вы думаете, сколько денег можно вынести товаров из ювелирного магазина вот в этой тележке? Напишите в комментариях. Я хочу ювелирный магазин. Даже не техники. О, неудивительно. Итак, Владян, давай, начинай, крути. Давай, с твоих рук, своим пальчиком. Давай, у меня счастливая рука. Магазин одежды? Или спортивный? Магазин одежды, походу. Спортивный магазин. Магазин. Ты больше хотел спортивный или одежду? Я не знаю, да какая разница, там же, да, я же спортом занимаюсь, поэтому нормально спортивный. А, ну вот. Все, отлично, там тогда... Там все в спортивном, ты просто одежда. Артем, а у него есть какое-то ограничение по времени? Есть ли у тебя ограничение по времени? У тебя нет ограничения по времени. Так что давай, бери тележку, ставь ее, ты должен ее вести. Весло. Вот так вот, давай. Весло. На зачем тебе весло? Все, ты опрокинул тележку. Я проиграл. Почему ты обращаешь внимание только на крупные атрибуты? Ты велосипед точно не сможешь. Я вот сегодня новые кроссовки купил, а они синие. И вот я тебе нужны под них носки? Я думаю взять белые носки под ну, них. Ну носки точно влезут, давай. Знаешь, так это, знаешь, я вот сделал как уплотнение. Давай, 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 попробуй. Моя первая покупка. Давай, давай, засовывай ее. По-моему, это все, братан. Сегодня ты унесешь на магазин только носки. Смотри, я вот так. Все, поехали дальше. Давай. О, прикольная тема, кстати. Спасибо, что отнял. По-моему, она не так работает. Это лодка? Это лодка. Серьезно, ты гонишь? Может, вот так вот ее поставить, и все, и нормально. И, кстати, и сверху ты можешь набирать. Я уже устал вообще. У меня появилась идея, можно поставить еще. Нормальные кроссы. Да это женские. У меня я сегодня купил кроссы, поэтому возьму Ани. Ты они своей не... девушке берешь кроссы? Да, они недорогие всего, 1300. Блин, какой хороший парень. А только я не знаю, какой у нее размер. Какой у нее размер? Серьезно?
Вы с ней живете сколько? 5 лет. У меня еще одна идея появилась, такая лайфхак для остальных, что можно покупать в магазинах. Ну? Сейчас я приду на кассу и расколю ее. Я уже не могу уже ходить, у меня уже болят спина, ноги. Осталось чуть-чуть. Да? Давай, давай, ты уже у кассы. На самом деле, ребят, можно было не брать ничего, что у меня есть, прийти на кассу и взять сертификат 1010. Положить его аккуратненько в эту маленькую корзину, а потом пойти спокойно и потратить деньги. Ну ладно, это так уже... Так нечестно будет. Да, уже все сделали, так что... Все давай. По-честному. Итак, ребята, второй участник, точнее, вторая участница. Сейчас ты нажмешь на колесо фортуны и узнаем, в какой магазин ты идешь. Давай, нажимай на это. Да? Куда продуктовый? Или, да, продуктовый гипермаркет. Слушай, ну тебе очень сильно повезло, потому что в продуктовом гипермаркете есть практически все. Давайте не будем заставлять девочку вести эту тележку до Ашана. Давай ты начнешь это делать в Ашане. Ну что, ребят, мы в продуктовом. Просто посмотрите на это. Вот это настоящая тележка, а это ее мини-копия. Они очень похожи, но реально, наверное, в 100 раз меньше. А, ты хотела взять, я понял, ты хотела взять какую-то настольную игру, поставить и уже сверху на нее что-то. Обзор слайма и Звездные войны. Слайм тайм. Слайм. Ребята, в этом видео есть слайм, так что, пожалуйста, ставьте лайк. Ставьте лайки, да. Какие-то коча, слишком просто... плохие стыки. Участница наша очень сообразительная. Она решила набить тележку резинками, чтобы не скользило. И перемотать еще всю эту конструкцию скотчем. И потом уже наверх ставить всякие прикольные фишки. Все, готово. Конструкция готова. К бою. Попробуй. Я вынесу тебе. Какой бы тележки я бы вынес все здесь. Вот, слушай, да, прикольно. А может быть снять такое видео? Скинуть из подписчиков. Если, конечно, они сейчас прям подпишутся на канал, если еще не подписаны. И поставят ролику лайк. И напишут комментарий. Здесь надо 1100 собрать. Вот если соберем 100 тысяч лайков, то снимем видео, как подписчики выносят все, что они хотят. Вот в такой вот тележке. Я почему-то вот вообще дважды не удивлен. Все подписчики сначала идут за техникой, потом в отдел с алкоголем. Я точно есть 19. Да, просто. Во-вторых, ты девочка, зачем тебе алкоголь? Ты не должна пить. Особенно, почему мы стоим возле крепкого алкоголя? Я хочу купить сюрприз моему папе. А, понятно. Ну ладно, покупай. Что это? Я нашел правильный размерчик. Это вот да, да. Вот тебе вот такой надо покупать для такой тележки. Забыл, что там есть классик. Ну все. Итак, у нас остался третий участник, который окончательно меня разорит. Сашка. Сейчас будет самое интересное, ребята, не переключайтесь. Сашка Герасев. Я молюсь за ювелирку или за магазин техники. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Да, блин, походу... Есть! Чувак, ну почему? Там столько магазинов, и тебе выпадает именно тот, который ты хочешь. Вот всегда так, ребята. Ребята, пожалуйста, поставьте под этим роликом много лайков, чтобы хоть как-то компенсировать мои затраты, потому что они сейчас точно будут большие. Ну ладно, все, я выезжаю, правильно? Да, выезжай. Бери тележку и погнал в бой. Давай. Слишком старый для этого дерьма.
знаешь? Серьезно? iMac? Ты гонишь. А как ты его сейчас? Ты его не сможешь его никак положить. Это типа же витринный. Да, это витринные образцы. Я думаю, что тебе просто не нужен этот MacBook. Ладно, короче, я понимаю, Артем не очень хочет, чтобы я покупал MacBook. Хотя я бы взял, конечно. Я пожалею Артема все-таки. Пожалеешь меня? Думаю, 100 перебор. Вот 1080. 1080? Какой-нибудь айфончик. Айфончик? Который я потом разыграю среди подписчиков. Чувак, право твое. Ну ладно, посмотрим. Погнали, погнали дальше. Я так и знал. Я хочу, чтобы мои соседи были рады мне. Я тебе напоминаю, твоя тележка вот такого вот размера, вот она стоит. Даже если ты попытаешься как поставить это сверху, оно ее просто раздавит. Так, я хотел себе громкую аудиосистему. Ту я, наверное, реально не потащу, а вот такую. Чувак, такую... эти колонки по 20 тысяч стоят. Вот такую, да. 20 косарей. 20 тысяч, как она звучит? Это максимальная громкость? Это трек, нет, не максимум. Нормально, не дает, слушай. Она очень нормально громко. Значит, 20 тысяч. И ты ее хочешь унести вот в этой тележке. Ну все, Катя, ну еще и поехали. Чтобы вы понимали, сначала Саша хотел взять два айфона, уместить их в этой тележке. Но выяснилось, что айфоны здесь просто так не дают, а витринные образцы брать нельзя. Ты что думаешь? Ты же хотел только колонку взять и все. Зачем ты встал и задумался? Мне это не нравится. PlayStation 4 Pro. Ты гонишь, братан? Он стоит 33 тысячи. Мне больше интересно даже не то, сколько это стоит, а как ты это потащишь, потому что... Легко. Мне кажется, что ничего у тебя не получится, братишка. Ну, фактически она касается той коробки, ладно. Не, ну скажи, считается, ну, не давай, считается? Ну давай, хорошо, вези. Главное, довези. Ну не 80, но 53,980. Нормально. У Артема какая-то улыбка такая немного... Ну, да. Средней довольности. Я не знаю, радоваться мне этому факту или огорчаться. Я как бы потратил 50 тысяч, но я их потратил даже не на себя, на тебя абсолютно бестолково. Ну, мы будем с тобой вместе играть в плойку. Да. Вместе будем слушать музыку. Ты можешь говорить, что я очень жадный и тому подобное, но я эту плойку взял и хочу ее отдать тебе. Да ты гонишь. Серьезно. И предлагаю тебе, чтобы ты ее тоже кому-то отдал. Если ты понимаешь. Ты гонишь, серьезно? Ты ее отдал. Я правда, мы правда не договаривались с ним, если что. Я типа могу ее сейчас разыграть. Да. Прямо сейчас. Среди тех, кто напишет комментарий, поставит лайк под это видео и подпишется на канал. Абсолютно верно. Офигеть просто. Чувак, ну за это... Это, мне кажется, норм будет, честно. Да. За это ты, можно сказать, заслужил. Ссылку в описании. Так что, ребята, три правила, чтобы получить вот эту вот плойку. PS4 Pro. Вы должны подписаться на канал, поставить этому ролику лайк и написать какой-нибудь комментарий. Все, этого достаточно. А еще, внимание, когда блогеры говорят прощальные слова, обычно резко уменьшается удержание и все выключают видео. Поэтому я не буду их говорить. Всем пока.